Пророссийские активисты захватили областную прокуратуру. Это произошло сегодня около 6 утра, сообщают правоохранители. Здание блокировали около 40 человек. Требования не выдвигали. С захватчиками провели переговоры. В половине восьмого неизвестные покинули помещение. Сейчас оно разблокировано. Внутри испорчены двери, сорваны камеры видеонаблюдения, гидранты. Документы не пропали, сообщили в пресс-службе ведомства. Все документы ценные, и включаючи і секретні, в цілі, неушкоджені. Всі документи, які стосуються особистих справ працівників прокуратури і всі інші, знаходяться на місці.